А если? А если там нету Вот видишь, мышь теперь певица с не с фальшивым голосом. Красавица, солнышко, Викуля, а сегодня веселая мышка. Вместе с педагогом по музыке 12-летняя Вика учит пьесу к новогоднему концерту. Сцену девочка любит и почти не боится. Выступает часто и каждый раз поддерживает мама. Как на тоненький ледок, под беленький снежок. Зимушка, зима, зима снежная была. О достижениях Вики говорят ее грамоты и статуэтки. Это диплом лауреата «Доброй волны» Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля. Его генеральный продюсер Игорь Крутой. А эти звезды привезла с еще одного творческого конкурса «100 городов России». Шел фестиваль 2 дня, и первый день проходил в Херсонесе. Было очень холодно, но дети молодцы, и Вика молодец. Перед тем, перед выступлением было очень холодно, они кутались в пледы. Даже была смешная фотография, где вот они вот так вот в пледах, как мышки. А когда уже выход на сцену, снимали пледы вот в костюме. Концертных историй много, как у настоящей артистки. Мама готова рассказывать их часами, ведь музыка не только приносит дочке радость, а и помогает психически развиваться. Занятия улучшают память, мышление и воображение. Вика стала внимательней и общительней. А еще она хорошо рисует, на картинах цветы и сказочные сюжеты. Вот морской конек и краб пьют чай из самовара, а рядом букет пионов и премудрая сова. Создавать новые рисунки и поделки поможет набор для творчества. Его девочка просит у Деда Мороза на Новый год. А что в нем должно быть в этом наборе? Все. Потому что я увлекаюсь. Готовить умею. Жить пока не научусь. Ну, пусть будет, мама не научит. Еще я умею делать бусы и колечки, сережки и браслетики. А если добрый волшебник расщедрится, то обязательно подарит микрофон. Микрофон, там ты говоришь, и там громко. Громкими будут и новые успехи, которые Вике принесет личный микрофон, уверены в семье. А когда появится набор для творчества, девочка сделает маме украшение. Чтобы Дед Мороз исполнил мечту, Вика старательно готовится к концерту и хочет выступить на отлично. Если вы хотите ее поддержать и готовы подарить подарки, позвоните по указанным телефонам. Анастасия Синица, Андрей Тымчук, Севастопольское телевидение.